Юные челнинцы в возрасте до 16 лет получат дополнительные 10 тысяч рублей. Отделение Пенсионного фонда по Татарстану сообщает, что выплаты будут перечислены в течение июля. На этот раз делить на категории детей не будут. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получит каждый ребенок до 16 лет. Подробности далее. В Челнах выплаты в размере 10 тысяч рублей уже получили более 90 тысяч детей. Все, чьи родители подали соответствующие заявления. Плюс денежную поддержку получили 22 тысячи детей до 3 лет. Теперь же всех их ожидает дополнительная выплата в 10 тысяч рублей. Особенностью данной выплаты является то, что за ней обращаться повторно не нужно. Пенсионный фонд сам беззаявительно примет решение и произведет эту выплату в июле месяце, в течение июля. В июне получила, вот, спасибо. Очень довольна. Вот теперь ждем в июле, когда еще перечислят. Нам не повезло, у меня уже сыну 22 года, и мы не попали в эту льготную категорию, к сожалению. Важное уточнение. Автоматически деньги получат только те, кто заявился ранее по другим выплатам. Остальные получат дополнительную сумму только после обращения. В целом по автограду не заявились представители 5500 несовершеннолетних. Родителям необходимо пройти процедуру на портале госуслуг или же официальном сайте ПФР. А опекунам непосредственно обратиться в отделение Пенсионного фонда или же МФЦ. Подать заявление любым из перечисленных способов необходимо до 30 сентября. Виктория Евсеева, Ради Ганеев, Дмитрий Кравченко, Челны 24.